Всем привет! Вы на канале Коллекционера, и сегодня у меня на распаковке, на обзоре посылка от подписчиков. Это уже не первая посылка, ну конкретно от этих подписчиков. И в прошлый раз я был немного огорчен, что они мне не сказали о таком разнообразном наполнении. То есть посылка была очень круто собрана, там было множество всего. И посмотреть ее распаковку можно частями у меня в Инстаграм. Ссылочка на Инстаграм есть в описании. Там в рилсах есть, собственно говоря, распаковка и краткий обзор на все содержимое посылки. Что ж, это уже, еще раз повторюсь, вторая посылка, поэтому я решил снять полноценный обзор на YouTube. Тем более, мне не так часто приходят посылки от подписчиков. Ну а перед тем, как начать, огромная просьба поставить лайк этому видео, ведь это меня невероятно мотивирует. А также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а тем более не пропускать прямые эфиры, которые становятся все более и более увлекательными. Для примера можете посмотреть записи прямых эфиров в формате интервью с продавцами Фанка. Ну и погнали смотреть, что в коробке. Вот такая коробочка, здесь мы видим стикер, это персонажи из Атаки Титанов. Коробочка среднего веса, и кстати здесь есть надпись, чтобы я не перепутал, открывать тут. Окей, откроем тут. Ну а в этом мне, как обычно, поможет канцелярский нож. Кстати, наверное, получится у меня оторвать этот стикер и использовать его еще где-либо. Немного порвался, но все-таки я могу вырезать отсюда Леви. Чуть-чуть заморочиться. И давайте смотреть. Как обычно, очень все шикарно упаковано. Так вот это все выглядит, когда открываешь. И это реально уже какие-то подарочные боксы, можно сказать. Так. Здесь у нас письмо. Привет, The Collector. Ну, для нас просто Юра. Действительно. Короче, поздравляем с днем рождения канала. Мы с Роялем, Ильей и я решили сделать тебе маленький секрет-бокс. Ну ты же понимаешь, что тут? Пока нет, честно говоря. Короче, творческих успехов, миллион подписчиков, много значок доллара и много Фанка от твоих подписчиков и спонсоров канала. Тёмы, Насти и Илюхи. Огромное вам спасибо, ребят. Очень мне приятно. Кстати, действительно, совсем недавно было 3-летие моего YouTube-канала. Так, посмотрим. Сразу, наверное, вот такой вот подарочек. Слушайте, очень торжественно упаковано, потому что он был сверху, поэтому начнем все-таки с него. Вот так все упаковано. Надпись от Илюхи. И так, развязал. Судя по тому, как это перемотано, я, наверное, все-таки разорву упаковку. Так, пока не понимаю, что там. Ух ты! Это черепашки-ниндзя! Офигеть! Вау! Спасибо большое! Блин, нифига себе! Так... Здесь написано для Юры, открывать только Юре. Нет, я все-таки не буду озвучивать, что здесь написано. Здесь очень личное, поэтому извините. Не знаю, хотел ли он, чтобы я прочитал это на камеру, поэтому... Все же не буду. Но мне очень приятно. Прям до глубины души. Большое спасибо. Так. Тут какая-то штука. Это, видимо, к черепахам идет. А. Так, 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 так. Нет, почему-то... А, вот, вот. Прикольная фигурка черепахи. Причем реально сделана качественно. И, честно говоря, даже не видел таких черепах, что здесь написано. Viacom. Здесь даже есть серийный номер на стопе, как у Фанка фигурок. И вот так выглядит эта черепаха. Блин, я даже не знаю, честно говоря, что это по мультику, по фильму, или это вообще отдельная серия. Но
Круто, круто. У нее сзади какой-то механизм, и надо будет разобраться. Ну, спросить у самого Илюхи, что это за серия черепах. Я давно, кстати, себе хотел каких-то черепах не фанка, и вот они оказались у меня через посылку от подписчиков. Здесь у нас Шреддер. Он почему-то с голым торсом, но зато с мечом. Мягкий плащ у него. Тоже фигурка, только здесь уже, а нет, написано. Также Viacom. Судя по всему, это одна серия фигурок, но размеры Шреддера не соответствуют, поэтому я думаю, что Шреддер все-таки какая-нибудь, может, мини-серия. Так, и еще одна черепаха. Тоже Viacom. Да, тоже Viacom. Очень подвижные суставы, и выглядит она круто. Прям вообще супер, реально. Детализация, и выглядит не страшно, потому что иногда даже самые продвинутые бренды делают страшные скульпты. Здесь все гармонично. Карточки я тоже люблю, и даже не знал, что по черепахам. Точнее, я знал, что есть по черепахам, но я их как-то не собирал. Черепашки-ниндзя, боевая четверка. Ученые утром, Сплинтер, Старли, Рафаэль. Причем, зеленый плащ. А я и думаю, почему он похож на зеленого фонаря из DC. Тут просто зеленый плащ. Майки в маскировочном костюме, Крис Салис, Кейси Джонс, Сплинтер, крупный план. Вот такая карточка. Донателло, Сплинтер боевое искусство, группа каратистов, еще одна, только другая карточка. Шреддер и Ниндзя Фуд. Вот так выглядит эта карточка. Демон Эйприл, Рокстеди Человек, ничего себе. Пурпурный дракон, другая карточка, Солдат Фуд. Эльфийский воин, Нунчаки Микеланджело, Дирижабль черепашек, Нано и, в общем, в таком формате. Таким образом выглядит обратная сторона всех карточек. Что ж, я так понимаю, это отдельный подарок от Илюхи. Огромное тебе спасибо. Разберусь в этих карточках. Ну, обращусь к тебе, конечно. Ты, может, подскажешь, в чем их суть. Может, это карточки такие же, как карточки покемонов. И в них можно как-то играть. В общем, все расскажешь. Ну, а я, может, сделаю потом отдельный обзор. И давайте смотреть, что же тут еще. Так. Тут аккуратно все упаковано. Куча вот этой прикольной бумаги. И, наверное... Так, да, наверное, больше ничего нет. На самой упаковке есть надпись и написано: открывать очень аккуратно, без канцелярского ножа, ручками от Насти и Тёмы. С днем рождения канала, это специально для тебя и твоей коллекции. Ты все поймешь, когда откроешь. Аккуратно, может что-то выпасть. Окей, я тогда отлеплю скотч и... Здесь, конечно, плохо видно, но здесь надпись The Collector на торце. Это первое, что я увидел. Еще упаковка. Вот про что я говорил. Надпись The Collector. Причем она с трех торцов. И здесь что-то у нас есть. Так... Вау! Офигеть! Блин, это очень круто, ребят. Это прям реально очень круто. Тем более это ручная работа. Акрил маркер. И вот так это выглядит. Я его поставлю на полочку. Надо куда-то на видное место. Как раз вот за мной. Есть стеллаж, который я постоянно приставляю и в котором у меня место не загружено, так скажем. Реально, это просто шикарно выглядит. У меня просто нет слов больше. Одни эмоции. И стикеры, опять же, с черепахами. У меня есть буквально пару свободных мест на
чехле от компьютера. Туда-то я и прилеплю черепах. Блин, куча разных стикеров вообще офигенных. Блин, ну по-любому что-то найдется. О, прикольно, черепахи выглядывают из люка. Да, черепашки всякие разные. Обязательно какой-то выберу себе стикер. Возможно, даже наклею что-то на стеллаж. Потому что выглядит шикарно. И стикер, и... Обалдеть. Что ж. Надо как-то завершать. Я даже не знаю, как завершить. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо за поздравления. За вот эти вот шикарные подарки. За картину ручной работы, к слову. Мне очень приятно. Да, я подзатянул с распаковкой, с обзором, но я хотел снять. Я хотел обязательно это заснять и показать. Ну вот, прошлый бокс был по атаке титанов, этот бокс по черепашкам ниндзя, что мне тоже очень нравится и мне дико приятно. Дико приятно от таких поздравлений. Огромное вам спасибо. Ну, к тем, кто смотрит, напишите в комментариях ваше мнение. Как обычно, по традиции, почитаю, будет очень интересно. Также не забывайте ставить лайк этому видео, ведь это меня, повторюсь еще раз, невероятно мотивирует. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать прямые эфиры, новые обзоры, новые ролики и так далее. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!